Здравствуйте, уважаемые игроки, с вами канал AlexPro, игра ФК Арена, и в этом выпуске я расскажу вам о том, как правильно настроить и запустить макрос для прохождения арены испытаний на нового героя. Итак, что нам для этого понадобится? Первое, что нам понадобится, это, конечно же, установить игру на ПК. Ссылочка на установку будет в прикрепленном комменте и в описании к этому видео. С официального сайта, без всяких там подвохов, закидонов, вирусов и тому подобное. Затем открываем на боковой панельке макро рекодер, вот такая вот кнопочка. Открыть макросообщество. Здесь мы будем скачивать макрос. В поисковичке так и забиваем. Давайте чуть подвинем тему. Так. Макросы от AlexPro. И выбираем крен. От арены испытаний. Получить макрос. Все, он загружен. И теперь можно его активировать. Но перед активацией нам необходимо еще настроить точку появления или же нулевое расположение вообще всей команды и тому подобное. Для этого что делаем? Заходим в арену испытаний. Затем поправляем, ну, проверяем наш старт сразу налево. Вот первую команду в бой нажимаем. И необходимо убрать всех персонажей, если они уже выставлены. Оставить только крена и поставить его в первую ячейку. Здесь у нас в первой ячейке все стоит, все нормально. И осталось лишь проверить скорость боя. Скорость боя должна быть минимум x2. Если будет ниже, то соответственно добавляйте. Так, второе окошечко у меня подтормаживает. Слишком слабенький ресурс выставлен, видимо. Нужно было оперативки и процессора докинуть на окно. Вот, то есть, что мы теперь делаем? В принципе, теперь нам необходимо выйти. Зайти еще разочек, чтобы мы появились ровно по центру. И активировать макрос. В принципе, можно катать сразу на несколько окон. Так, давайте нажмем крен, арена испытаний. То есть, кому это будет удобно, для кого это вообще нужно? Ведь проходочка есть в виде раскладки команд. И за 5, за 7, ну за 8 минут в крайнем случае можно пройти эту арену испытаний, используя всего лишь проходку. Но дело в том, что у некоторых игроков несколько серверов на одном аккаунте, да, то есть 2, 3, то и 4 даже есть сервера, вот, выкачиваются там, и каждый раз вот тратить время на это, ну, очень-очень неинтересно. У некоторых игроков есть 2 аккаунта или даже больше, ну вот как в моем случае, сейчас открыт аккаунт тест-сервера и аккаунт на основе. Вот, и в этом плане макрос здесь сам все фармит, ничего не нужно делать, то есть просто взяли, запустили макрос. Вот, пошли попить чаёчек. Вот. Макрос сам там всех уничтожил, расставил, собрал и так далее. Заходим через 8 минут, возвращаемся через 7 даже, по-моему. Все награды собраны, все отлично. Но если вы уже собирали какие-то награды и что-то, ну, не прошли, решили запустить этот макрос. В таком случае на сборе наград макрос собьется и вручную нужно будет дособирать те награды, которые еще не собрали. Так, ну правое окно у меня тут подтормаживает, как я уже сказал, видимо, проблема в ресурсах. Слишком маленькие ресурсы поставил. Да-да-да, сбился, именно ресурсов не хватило, надо было оперативочке хотя бы двоечку поставить. Но в целом тема работает, то есть не проблема. Если будут какие-то сбои, если вот загрузочка с интернетом какая-то может проблема произойти, да, там вот игра сама по себе там что-то будет подзагружать, тогда макрос, конечно, может слететь. Ну и еще вот из особенностей, то есть не тапайте по экрану. Все, макрос, если загружен, он уже работает. Все, ждем, пока соберутся все награды, то есть закончится работа макроса. Иначе вы тапнете. Прокрутку какую-то сделайте, просто обзор. Макрос собьется и придется или вручную доигрывать, или же перезапускать по новой. Ну что ж, друзья, на этом пока все.
понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут вопросы, пишите в комментариях и в наших соцсетях. Вот, сейчас просто продолжится работа самого макроса, чтобы было видно, что да, действительно он рабочий, ничего там не глючено. Все собирается. Единственное, что на этом аккаунте уже награды, конечно, собраны. Поэтому ну, просто все команды прокачаются, а награды, соответственно, уже собирать неоткуда будет. Все, пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках. Так, ну здесь все, как бы награды уже все собраны, поэтому макрос, в принципе, поплыл.